Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам 3D текстур пак для Майнкрафта Pocket Edition. Вот у нас загрузился мир. Как видите, блоки уже изменились, они стали в объеме, так сказать. 3D разрешение. Ну, конечно, это не такой 3D, как на ПК есть, но то выглядит все равно очень красиво. Ну, маленькая магнитная березка, как видите. Да, ну бывает такое. Вот камень изменился. Маленько изменилась трава. Вот тут есть шахта. Давайте посмотрим. Ну, пещера, а не шахта. Вот. Тут можно прям увидеть, как изменилась трава. Есть маленькая баги с растениями, точнее, с цветами. Как видите, они в черном облике, но такое бывает, но снег не изменился. Изменилась вода и лава. Так, вот. Вот опять это дерево, но вот даже изменился песок. Вот такой маленький 3D текстур пак. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.